Всем привет! Сегодня займемся настройками беспроводного соединения, так называемого Wi-Fi. Попробуем его несколько ускорить. Вот я наткнулся информацию, значит, как его исправить. Но перед этим, значит, вот я что сделал. Я сделал откатную копию при помощи программы SystemBug. Ну, скажем так, на всякий случай. Значит, что здесь предлагается? Значит, предлагается открыть терминал. И в терминале, значит, завести вот эту вот команду. Просит пароль. Заведем пароль. И затем открываем редактор. И, значит, когда откроется редактор, на самом конце файлика написано «Вставьте следующую строчку». Ну, вот то, что, так сказать, редактор-то открылся, это понятно. Но вот только я в нем вообще ничего, как говорится, не вижу. Ну ладно, попробуем. Копируем в конце, так в конце сохраним, закроем. Ну, пишет, перезагрузитесь. Ну, перезагрузимся. Ну, что сказать, я не могу это количественно выразить, но, в принципе, вроде бы как побыстрее стало все это дело работать. Даже не знаю. Я специально взял Wi-Fi общественный, то есть у меня на нем самая низкая скорость. Но, тем не менее, как говорится, ну, работает на нем. Я могу вам порекомендовать, по крайней мере, эту команду. Попробуйте, может быть, она у вас несколько увеличит скорость вашего беспроводного интернета, так называемого Wi-Fi. Ну и заодно, значит, пользователь Максим Клопов написал, что просит помочь, как выставить разрешение экрана 1440x900. Вот показываю. Идете в меню, вот сюда в настройки. Ползунком опускаетесь вот в дисплей. И здесь выбираете свое, значит, разрешение экрана. Вот 1440x900. Набрали, нажали на применить. И получите необходимое вам разрешение экрана. Надеюсь, на вопрос я, так сказать, ответил ясно и понятно. Ну, а так желаю, значит, всем удачи и до новых встреч.